Друзья, всем доброго времени суток. Хотя сейчас у нас там 4 утра только. Собрались мы с Игорем поехать на Старицу Дисней с лодки попробовать половить щуку вичингом. Ну, получится, не получится, посмотрим дальше. А пока я его жду в гараже, в принципе, я уже все подготовился, собрал. Хочу сделать небольшой обзор посылки, которая пришла мне с магазина, с интернет-магазина Капитан ЮА. Я заказал там сумку под катушки, вот эта сумочка мне пришла. Ну, давно я уже хотел приобрести такого плана сумку. Почему? Потому что мои катушки, хоть они и в чехлах, ну, валяются, лежат в багажнике, в лучшем случае в ведре, в худшем случае валяются на полу. Поэтому я заказал вот такую сумку, она мне довольно-таки быстро пришла. То есть практически на следующий день после моего заказа. Значит, почему я остановился на этой сумке, вкратце скажу. Размер ее 160 на 160, глубина 90. Этот формат очень удобен, и сюда можно вместить 3 катушки. Вот я ее сейчас открою и покажу. Я не скажу, что эти катушки вошли сюда очень свободно, то есть они плотненько сюда легли. Здесь, ну, разворачивать не буду, поверьте на слово. Здесь, если сюда я вложил 3 катушки, но если по Шимана со шпулями 2500, но очень плотненько вошло. Значит, сама сумка имеет 2 отделения. Одно отделение, вот перегородка, она отстегивается, и предназначено это отделение для шпуль, запасных шпуль. Но не смотрите, что здесь очень мало места, просто-напросто я ее так сдвинул, чтобы у меня было побольше места для катушек. Так как у меня катушки без запасных шпуль, то есть необходимости в них, в этом отделении у меня нет, я его сдвинул как можно ближе сюда. И сюда просто вложил, ну, это уже можно вложить все что угодно, но я вложил сюда запасную ниточку, потому что на рыбалке бывает всякое. Пришла в негодность старая, перемотал быстренько, то есть тут лежит запасная. И дальше идет здесь еще такой вот намолвный карманчик. Не знаю, для чего его так. Он рассчитан применить, но я так думаю, сюда можно положить какую-то там тряпочку для ухода за катушками после рыбалки, протереть там от влаги, от грязи. Вот такая сумка. Сделана аккуратно, плотная ткань. Здесь вот мягкое дно, мягкие бока, то есть везде проложен поролончик, катушечки будут в полном порядке. Вот так. Значит, ссылочку, кому интересно, по этой сумке я дам в конце видео. Все, друзья, там, по-моему, уже Игорь приезжает. Поехали, мы все увидимся на рыбалке. Все, идет. Не прыгнул вперед. Вот так начинается рыбалка, если дичь выскочил. От дурни. На одной из Старец Десны сейчас 6:30. Попробуем половить здесь щуку. Красота, туман. Еще, наверное, рановато, но будем пробовать. Жига. 2 удилища я взял сегодня. Так, это получается у меня Ямага Бланк за 15 грамм. Лайт будем джиговать, нитка 8 лб Гамакацу и Сертейта Дайва для джига. Джиг головка 7 грамм. Еще раз скажу, Синкрой Авид до 21 грамма. Специально брал эту палку для работы с крупными воблерами. 120-е, 140-е нормально, идут нормально. Вот катушка здесь Эксия Риоби. Нет смысла убивать на крупных воблерах что-то дорогое. Ну и нитка тоже из дешевого варианта, санлайновская, 15 лб. Такой комплект. Одна поклевка у меня уже была, сход, но не крупной щучки пока. Больше ничего. Сейчас еще раз здесь закину. Врешь, не уйдешь. Я тебя не заведу,
Есть. А ну покажи. Подними ее. Килушка неплохая. Килушка, наверное. Да. Она толстая. А какой? А, срайт, что ли? Срайт? А, не, понтон, я понял. А, тантализа, по-моему. Это уже хорошо. Ты видел, какой огромный? Это вообще капец. Вот это парень у меня хапанул. Просто надзвычайно огромный. Ну там, где есть мелкое, там есть крупное. О, опять долбануло. Ну что, конь? Из-под травы, да, берет? Ну, это мелкая. У меня такая сошла. Да, нафига она такая маленькая? Такие нам не нужны. Нам нужны хайки. Ладно, сейчас и я такого воблера поставлю. Если ты говоришь, что на него поклевывает, значит, мы сейчас его и поставим. Мегабас в очередной раз не порадовал меня. Поставим, что у нас понтон 21, тантализа. Очень побитый. Очень затравленный воблерочек. Вот так вот. Давай, тантализа, ты поработай. Еще меньше, чем у тебя было. Или окунь. Нет. Щук. Да. Вот такой щук. Попался прямо за ноздрю. Ну, спасибо, парень, что ты хоть ты меня порадовал, клюнул. На, иди туда. А то как-то совсем все скучно было. Практически не сложилось. Игорь поймал одну там за килушку. Одного шнурка отпустил. И у меня один шнурок сорвался, и одного поймал, отпустил. Все. Поклевок больше нет. Вот это считайте с 7 часов до 12. И вот эти троллингисты ходят. Тоже у них все по нолям. Сейчас мы соберем быстренько лодки, будем ехать в сторону дома, заедем еще в пойму, походим там по каналам, попробуем. Может быть, что-то и получится. Это, друзья, попалась мне какая-то вон, щупачина какая-то попалась. Иди сюда. На лодке не удалось, так тут хватануло. Вот такая вот красопета. Сейчас я тебя отпущу. Ты такая. Ну, давай, лети туда. О! Молодец. Сквад минус сработал. Сквад минус сработал. Еще она там стояла.
Друзья, наша рыбалка подошла к концу. Как видите, была она не очень активной в плане поимки рыбы, но все-таки рыбу мы поймали и от нуля ушли. Ну, задачу свою мы выполнили, мы хорошо провели время, отдохнули, подышали свежим воздухом, пообщались с природой. Теперь приедем сюда уже в следующий раз. Все, друзья, всем ни хвоста, ни чешуи и до новых встреч!